Ну, я приветствую всех на канале Атаман Флэш. Сегодня нахожусь я, у меня выходной день, и я нахожусь, вот Хайм за мной находится. Сегодня приезжает сюда большое количество беженцев из Украины. Сейчас мы их ждем и будем встречать, но пока никого еще нет. Так что сегодня будет довольно-таки весело. Я здесь нахожусь в качестве переводчика. Итак, друзья, все, заехала группа людей из Украины, автобус, 32 человека. Сейчас видите, на улице уже темно, время 8:30. Я только выхожу отсюда, вот из, там за мной находится Хайм, общежитие. А до этого момента мы помогали, точнее, в данный момент скажу, что я делал. Я помогал с переводом в бюро, там есть бюро «Красный крест». Они заполняли все документы на получение пособия, на получение вида на жительство, на получение медицинской страховки, на получение всего, что нужно этим людям. Вот, и я там стоял и переводил им, что, то есть, что у них спрашивали, да, так назовем. Вот, другие, кто волонтеры еще были, они тоже помогали, там организовали им ужин тем, кто приехал на автобусе на этом. То есть все подготовили, завтра у них будет завтрак организован. Всех разместили по комнатам, мы когда-то жили тоже в этом Хайме. Поэтому комната там нормальная, все хорошо. Вот такая вот моя волонтерская жизнь проходит в данный момент здесь, в Германии. Сегодня был выходной, но он был в скобках или в кавычках выходной, да? Завтра у меня первая смена, я работаю, но я очень рад, что помог людям. Нисколько не жалею то, что так прошел мой день, так как действительно сегодня узнал много историй тех людей, которые сюда заехали. Также были даже из Ирпеня, который сейчас полностью разбомблен, из Харькова, из Одессы, из многих городов, я уже даже не могу запомнить, из Сосновки. Просто сейчас вспоминаю, давай. Неважно, то есть было очень много людей, которые сюда приехали к нам, в город Апольда, и будут теперь здесь жить. Все, на этом видео заканчиваю. Очень устал, если честно. Иду домой, умыться и ложиться спать. Завтра уже в 5, не, почему в 5? В 4:30 вставать и идти на работу. Желаю всем всего доброго, всего хорошего и всем без бальт. Чусь!